Добрый вечер, дорогие мои. Добрый вечер, мои хорошие. Вот у меня тут стоит сундучок. И вот такие вещи я сюда принесла. Сейчас будет разбор полетов. Разбор полетов. В общем, я посмотрю, что я сегодня успею перебрать, потому что здесь все перепутано. И я не знаю, и ну, пыли так особо нет. Потому... Вот эти вот открытые всегда плохо. Всегда закрытые лучше, да? Это я вчера перебрала, оттуда убрала то, что я хотела. Но у меня еще одна такая коробочка есть, правда, она полупустая. Вот туда можно тоже положить. У меня еще одна такая шкатулка есть. Но вот тут что-то лежит, надо это перебрать. Я не знаю, что там лежит. Там была очень толстая цепь, я надеюсь, я ее там найду. Я уже 100 лет не носила. Знаете, такая огромная толстая цепь для шеи. Тоже хочется поносить. Всем прекрасного вечера. Что-то мне... А вот, теперь у меня есть вот эта вот, но она полупустая, и вот та другая. И сюда я переберу, положу сюда кое-что. В общем, ну там разберусь, да? Сейчас я буду это все выкладывать, пока уберу. Мы посмотрим, что в этом чемоданчике. Чемоданчики. Эту тарелку я тоже уберу. Тут у меня тоже тарелочки, там, знаете, вот для украшений, да? Целая кучка. В общем, тоже надо будет это перебрать. Но я все это уберу сейчас. Будем разбираться с этим чемоданчиком. Такой, знаете, старомодный чемоданчик у меня есть. А как его снимать? Руку ничего не умеет. Так, чемоданчик открыли. Что в этом чемоданчике? Ёшки, с камерой вообще ничего не умеет делать. Давайте посмотрим, что в этом чемоданчике. Что там лежит? Чокер. Вот. Много чокеров повыбрасывала. Вот вопрос. Выбросить чокер, не выбросить? Не выбросила. Вдруг чокер пригодится. Опять в воду входит. Вот. Этот выжил. Это у меня резинка. У меня такой платочек еще есть. Так. О, вот этот браслет я люблю. Не один. Из любимейших браслетов. Animal. Так, что у нас тут? Боже мой. Видите, у меня все бардак. Взяла, все накидала. Так, это у меня для... А это же ободок. А я думала, это чокер. Украшение кинул кто-то, да? Нет, это для волос. Это такие камушки, да? Что как вот? Вот так. Вот с такими камушками. Это ободочек для волос. Тоже из H&M. Очень нравился. Носили вот все прям. Я носила, и Аминка носила. Такая вот гламурозная вещь. О, вот эти я сюда закинула. Быстро-быстро, знаете. Я их люблю, ношу. Вы сами знаете, из бамбука. Как я их обожаю. Так, бамбучки сюда. Бамбучки. Что еще? Ой, не знаю, что это такие. Ага. Драгоценности. Драгоценности. Тут у меня браслет. Вот этот вот. О, давайте-ка мы сейчас его положим. И посмотрим. Этот браслет я купила в Дугласе. Да. Вот он с такими. С такими. Может, тут лучше видно. Вот. Он такой, знаете, как сжатое золото. Тут написано, тут вот написано ТОШ на этой штучке. Такой вот браслетик. Я его обожаю. На руке он смотрится, ну, вот так, да. Ну, вот так. Но моей Амина мне говорит, мама, ты что такие видео снимаешь? У тебя, говорит, руки как у папы. Я так ухохоталась. И говорит, руки как у папы на видосе. Я говорю, ну что делать, да, жизнь такая. Мы с ней ухохотались. Кстати, у меня там это зеркало, да, я даже не вижу его. О, зеркало. Так, я вообще не вижу. Туда только что-то прячем. Прячем, как вороны, сороки. Так, я вот не умею снимать и что-то делать, понимаете? Какой-то для меня это новодел. Так, теперь, а, вот это вот есть, это вот очень любят бьюти-блогеры немецкие. Вообще, вот, немецкие блогеры очень любят эту цепочку. Все прямо спрашивают, ну, все носят блогеры вот эти вот. И все спрашивают, другие спрашивают, где вы ее купили, где вы ее купили, где вы ее купили. И все отвечают, Бижу Бригит, Бижу Бригит. И вот эта вот цепочка в Бижу Бригит есть 100 лет в обед. То есть она всегда производится и продается. Вот любят немки носить на открытой этой самой. Ну, пуловер вот так, фау. Под низ маечку, они всегда любят маечку, сверху пуловер фау. И вот такое вот что-то, ниточками с маленькими. Ну, вот это вот Монт... И Штерна, они это любят. Ну, называется Луна и звезды. Я эту тарелку класть.
разбор, цепочку сюда. Это вообще не туда. Браслет тоже не туда. Так, теперь у меня тут лежит сережка. Сережку эту люблю. Вот я говорила, что тоже Бижу Брикет купила. Мне очень нравится такая форма сережки. Так, теперь еще одна такая же сережка. Еще не две. Вот две сережки положу сюда. Так, тут Оси показывала это вот кольцо. Одно было вот тут внутри. А одно вот я сейчас нашла. И значит, я туда и положу. К тому, что оно там было. Вот. Это все туда. Так, потому что это надо найти и потерять. Надо найти и потерять. Это браслет серебряного цвета. Он называется Schutzengel. Ангел защиты. Это я купила в украшениях. Сумма 20 евро. Это у меня от Vero Moda. Сережки, я их обожаю. Они такие антрацитовые. Они не черные. Антрацитового цвета. Они вот тоже относятся к серебряным. Все вместе. Ты тоже классная. Это одна. Я не знаю, что. Это тоже все по одной. Это убираем. Это мусор. Так. Теперь вот такое. Дженнифер Лопес сережки. Ой, я их обожаю. Надо их тоже одеть в каком-нибудь видосе. Да и так можно куда одеть. Ну, тут, знаете, с таким большим колесом сейчас это самое. Вот с таким особенно с толстым колесом. Днем смотрится смешно, но вечером можно. Так. Тут у меня моносерьга. Моносерьга. Вот это летняя вещь. Летняя вещь стоили 14 евро. Их особо не носила. Раза два. Какие-то все вот это, оно, конечно, меня больше привлекает. И одену, чем это. Но тогда этого не было. Я это себе купила, потому что вот вошли эти все плетеные опять в мод. Ну, она была не дешевая. Ну, что делать, да, купила. Ладно. Так. Поэтому это будет тут лежать неподалеку. Неподалеку. Бейсик сюда. Это такое просто. Ну, не знаю, как сказать. Вот просто. Просто сережка. Днем вот одел и побежал. К джинсам, к пуловеру. Одел и все. Это, знаешь, такое дневное что-то. Знаете, такое что-то дневное. Это тоже что-то дневное, но это серебряного цвета. Иногда нам нужно серебряного цвета. И они не маленькие. То есть это не маленькие сережки. Это такие среднего размера. Очень классные. Это вот тоже как вот эти черные. Это вот бейсик для меня. Ну, такая дневная вещь, да? В общем, вот это все дневная вещь. Так, тут шутцы такие. Тут какое-то старое кольцо. Ой, это, знаете, это похоже на пирамиду, сами знаете кого. Не будем тут озвучивать. Да-да, такие символики у меня есть. Так. О! Вот эти сережки, я так это их так любила, но вот купила, да. И вот у этих сережек, конечно, у нас проблема. Вот они такие, да. А, эти сережки лежали одно время вот под открытым, ну, в общем, они окислились уже, мне кажется, потому что вот. Это не особо заметно, я их еще почищу, но тут что-то такое темненькое появилось. В общем, они вообще-то даже не старые, они новые еще. Я так радовалась, когда их купила, но они вот все время лежали наружу. Потом я их бросила сюда, ну, чтобы они, у них не было, в них не было это самое, пыли. От пыли украшение, бижутерия, она портится. Поэтому вот не так вот. Они вот в таких чашечках открытыми долго-долго-долго лежали. Ну, я еще почищу, посмотрю. Так, а вот второе кольцо от Дженнифер Лопес. Ставлю сюда. Такое, знаете, на выход. Иногда такое хочется. Это что такое? А, вот тоже. Ну вот, знаете, вот как я их хотела, как они были в моде, и вот как я их не ношу. Вот им тоже нужен, что же, выход какой-то, да, этим сережкам. Они классные. Вот. Им тоже хочется жить. Они такие были модные, все их покупали. Ну, уже год 3-4. Так, тут у нас вот это вот, вот знаете, это такое на ухо прицепить и тут прицепить за ухо. То есть вот так, как каф наверх.
Ну, что-то у меня... Вот на два уха даже они есть, да? С камушками. Вот гляньте, что у них там камушки. Бриллианты, бриллианты. А вот. Такие, да. Тут их можно внизу вот так в ухо воткнуть, а сверху на ухо прицепить. Вот как вот этот самый... Как каф. Ну, чуть я их не ношу. Так, да. Вот у меня браслет серебряный тоже от Tosh. Вот тоже надо носить, да? Носила, носила, что-то вот так забыла, не знаю где. Вот серебряное, серебряное, хорошо, бейзик. Носить можно. Тоже хорошая вещь. Зайчика с Mondstein. Mondstein это называется, как сказать, лунный камень, да? Ну, оно такое, знаете, сжатое, сейчас покажу, сжатое, сжатое золото какое-то такое, типа, сжатое, да, ну, сжатое. Ну, такое. Иногда носила. Лежит. Лежит. Это колечко мне муж сделал. Из эбонитового дерева. Сам состряпал. Так, вот. Сейчас надену его, да, покажу, да. Вот такое вот. Я ему даже не говорила форму, и он так эту форму угадал. Графично, графично я люблю. Вот такое он сделал. Графичная пальца, красота, прям ляпота, пальцы, это пальцы, это ляпота. Ну, ладно, вы хоть кольцо увидели, да? Вот. Ну, мне душу греет, да? Еще он делал из шпекштайн, как из сального, я не знаю, из сального камня, как по-русски это переводится, я без понятия, да? И, а вот сережку нашла, вот, вот эта сережка, вот она черная, золото. И вот тут я отложила мусор. Вот, тут одна из них тоже. Я же этот мусор отложила. Все, нашла два кольца. Два кольца, два конца. Посередине гвоздик или дырка, я не знаю. Два кольца, два конца. Так, тут что? Тут заколка. Заколка с какой-то этой самой. Очень даже милая такая. Заколку можно взять для волос. Туда положу. Для волос. Тут у нас колечко, 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 колечко со звездочкой. Вот это колечко со звездочкой я так любила. Как его показать-то? Вот? Что на тот палец надеть не могу. Я вообще с камеры не снимать, не одеть, как это, как какая-то... Мучаюсь только. Вот это кольцо я так любила. Давным-давно, представляете? Там камушки, мамушки. С кольцом ходила. Но это уже все. Так. О, цепочка с этим, с как его, с вишенками, с камушками. Они все еще были в H&M онлайн. Такие вот, такие, ну, плохо видно, да? Цепочка с вишенками. Классная, мне нравится цепочка с вишенками. К чему-нибудь всегда подходит. Нежная вещь. Тут опять же вот такое кольцо золотого цвета. Вот такое вот гранями. Я такие вещи люблю, но показываю все плохо. Такие грани, да? Колечко с гранями. Ой, тут такие, знаете, маленькие колечки для таких вот мизинцев. Вот, вот такие вот для мизинцев. Тут какое-то вот такое вот. Такой вот стекляж. Стеклярус. Стеклярус. А, тут ромашка. Ромашка вот это вот тоже. Мода такая, да? Летняя. Я чуть снять не могу. Вот такая. В общем, поняли. А, тут еще одна. Еще одна. Такая, сейчас я одену вам, покажу, как она выглядит. Цветок. Цветочек. Он такой, знаете, вот такой. Вот такой цветок. Ну, такой же любила, да? Но знаете, когда в 216-215 году такое носила. А вот. Теперь. Это у меня летняя. Это мне не надо. Это опять к волосам. Туда. Чокер. С чокером. Чокер мы оставляем. Чокер пригодится. Чокер пригодится. Все еще может в моду войти. А, тут теперь два кольца нашлись. Вот одно выкинуло, второе нашлось. Два кольца нормального размера. Вот у этого нету, это самое, брата. Одно. Но все еще найдется, да? Вот, девушки-красавицы. Ну, называется, я разобралась. Чуть не поняла ничего. Это то, что мне нравится, я сюда сложила. А все остальное, значит, мне не нравится, да? Нет, эти бейзик тоже можно поносить. Это я тоже ношу.
Просто я часто не знаю, где оно лежит. Так, вот тут лежит. Теперь вот эти все это добро под вопросом. Добро под вопросом. Лунный камень. Вот это еще классно. Вот это тоже сюда положим. Так. Это basic. Ну, basic надо куда-то вот в такое место спортивное. Это знаете, хорошо, вот в какую-нибудь шуплатку сложить, в которую очень быстро можно добраться. И есть ли у меня такое? Подожди. Вот, я взяла новую тарелочку. Называется она Stay in Love. И туда кладу этот весь basic в эту тарелочку. Так. Теперь тут я не знаю, что. Вот это тоже, кстати, basic туда же. Эти антрацитовые. Это вот под вопросом. Так, это у меня тоже basic. Это у меня браслет Schutzengel. Тут написано Schutzengel. Не видно, да? Не видно. Так, тут что-то такие. Тут опять кольца. Они просто золотые. И это хорошо, потому что это серебряное. А мне серебряное. Мне тут надо все золотое сказать. Так, символика определенных кругов меня тоже не очень интересует. Так, любила раньше. Даже двое из них был. Так, теперь золото, золото. Вот еще темненькие, которые я нашла. Сейчас вторые. И вот эти все кольца я положу отдельно, не золотые, да? Чтоб, ну, с серебряными не вместе были. Положу вот в эту вот юместа, такую тарелочку, да? Так. Все это отдельно. Тут серебро, и тут золото. Так, это все под вопросом. Это все под вопросом. Что у нас еще? Браслет. Браслет обязательно вот сюда. И у меня такая кучка симпатичная, которую я вот носить люблю. То есть то, что я буду носить, да? Так, теперь вот это я хочу почистить. Убираю. Все, летние вещи убираю. В общем, для этого мне нужно найти. Вот я не знаю, чокер. Может, мне тоже чокер поносить? Я чокер поношу. Так, вот это я убираю все. Добро. И для волос убираю специально. Это у меня пойдет в прихожку. Так. Теперь это я тоже убираю отдельно. Такую шуплатку найду место. Не, я в пакетик это положу бумажный. Все, это в пакетик бумажный сложим. Так. В общем, это убираем. Так. Теперь, девушки красавицы, у меня теперь три кучки. Три кучки собрались. С серебряными украшениями, с золотыми кольцами и вот с тем, что я буду сейчас в ближайшем времени, короче, носить. Ближайший. Ну, что, я это кольцо носить буду, что ли? В что оно туда попало? Я не знаю, не буду. Так, ну вот эти вещи, да? Короче, цепочки там все. И этот браслетик. То есть я то, что хочу, это тоже можно все поносить. Это все такое спортивное. Так. Благодарю всех, кто при моих разборках был. Приятного вам вечера. Вообще-то, подождите, что-то там есть. А, тут тоже кое-что есть. Ну, это будем потом разбирать. Тут тоже кое-что есть, это мы не разбирали. Тут, а вот украшения еще тут есть. Ну, это в следующий раз. В общем, всех люблю, всех целую. Благодарю вас, всех, кто при моих разборках был. Это у меня все еще то же самое. Вот этот вот страшный мейкап, который я еще не выкинула. Который мне не понравился. От Катрис стоит тут. Так. Тут у меня стоят опять это самое. Палетки. Тут этот шоколад. Тут от Revolution. И все туда настало. И тут, кстати, у меня косметичка, да? Вот, можно ее тоже разобрать. Так. А, тут еще есть колечки. Я забыла. Вот, девушки красавицы, у меня еще есть колечки. Ой, вот такие, знаете, вот такие смешные колечки. Я так и любила это колечко от Ханы. Гляньте, какое. Какое ориентальное. Ориентальное. Это, знаете, такое... Тоже было интересно. Так я любила это носить. Такой вестерн стиль. Так, тут еще что есть? Тут еще вот такое вот. Знаете.
А вот такое кольцо, а вот такое. Ну ведь бриллиант, ну ведь бриллиант. Тут что? Тут просто черное. Такое просто черное. Это тоже, вот я, знаете, носила, наверное, лет 6-7-8 назад. Вот это все еще понашивать можно. Вот это мне нравится, я его сюда положу. Это тоже очень классно, если такой вестерн стайл, шляпа, джинсы, знаете, летом классно, хиппи, это классно. Поэтому я это не кидываю, потому что это такое интересное. Это у меня было мыло, у меня была эта доза, мыло было в такой дозе. Так, ладно, всем приятного вечера. Чусь-чусь, да, всех люблю, всех целую, девки, красавицы. Оставайтесь на проводе, будем разборки делать. Я ору так. Я ору, да. Все, тишина у меня тут прямо. Мир и покой. Все.